Летит самолет по громкой связи. Пилот, командир корабля, обращается к пассажирам. Уважаемые пассажиры, вас приветствует командир корабля. Я рад приветствовать вас на борту нашего самолета. Мы совершаем рейс Москва-Санкт-Петербург. За время нашего полета полет будет проходить на высоте 10 тысяч метров. Скорость полета 900 километров в час. И тут такой... Блядь, сука! Что за дела? Ну что такое? И гробовая тишина в салоне. Через некоторое время включается опять радио. И капитан говорит: уважаемые пассажиры, прошу прощения, но вот стюардесса пролила на меня кофе. Вот видели бы вы мои штаны белые спереди. Мужик в салоне самолета говорит: что твои штаны спереди? Видел бы ты мои штаны сзади.